5 заброшенных церквях Тверской области российские музыканты исполнили произведения известных композиторов и сняли это на видео. Все это происходило в рамках специального проекта «Музыка в затерянных храмах». Песни и композиции прозвучали в церкви Богоявления Господня села Ейский, а также в церкви Рождества Христова села Теблиша Бежецкого района, в церкви Дмитрия Салунского в деревне Печетово Кимрского района и в церкви Владимирской иконы Божьей Матери села Горницы Кувшиновского района и в Смоленской церкви села Пятница Плот Торжокского района. Были сыграны струнный квартет Дмитрия Шостаковича, сонаты для скрипки Иоганна Себастьяна Баха и многие другие композиции.